Да. Женщина, кто вас пустил? Кто вас выписал так рано из больницы? Я вообще в Сочах. Обещали солнце, море. Море видела, солнце. Нет, обещали горы, музыку, лыжи, спорт. Я оделась по-спортивному, свой чемодан, собаку. Выезжаю в город. Девушку сейчас отвезут. Все хотят меня отвезти. Не знаю, с кем связались просто, поэтому и хотят. Где мое такси? Вдруг меня здесь бросили. И как я буду добираться? Вплавь? В лыж? В ход? Мы начинаем КВН. Смотрите, сейчас побегут. Я буду как будто бы тоже одевать медали. Поздравляем. Теперь буду знать, что такое 5 километров. А что-то не срезал, там можно было срезать, на самом деле. Блин, я очень честный. Это моя проблема. Это большая проблема у тебя, слушай. Ладно. Давай, давай, давай. Супер, супер. Ты сделал это. Понимаешь ли, в чем дело? Ты не пришла первой. Я тебе больше скажу, даже второй не пришла, извини. Да, я знаю, я предупреждала всех, конечно. Они попросили, они ленту натянули, чтобы ты чувствовала. Чтобы у меня была эйфория, да. Мы осветим это событие. Ленинград, земляки наши. Облажались. Не будет сегодня Ленинград никакого. Откуда Ленинград? Господи. У вас натуральная грудь или нет? Натуральная. Я знала, что вы так скажете. Я тоже все время так говорю. Врет. Боже. Похоже, мы пришли не туда. Я роняла телефон в речку, в ванную и даже... Все, не надо, дальше не надо, все. Это другая передача. Это туда его все однажды убирают. А вы тут всех вот этой кисточкой? Борщевые потом будут эти у меня. Хватит, хватит, хватит. Я думала, можешь загадать желание. Да, вы можете это сделать только если обниметесь со мной. Вея, Вея. Мы покупали на концерт группы «Ленинград». Вот, на сайте. А в итоге получается здесь все, кто нам не нужен. Поэтому слушаем «Ленинград» и уходим. Придется слушать, что дают. Ну, придется. А в наушнике «Ленинград» просто поставьте и все. «Ленинград» реально, что ли, будет сегодня? Да ладно, серьезно? Он на то ли машет, говорит, будет. О, черт, какая говенная помада у меня. Вот дерьмо. Черт, как будто ты меня ударила в лицо. Вот так вот, раз-два, раз-два. Папу не буду, а тут мало ли что. Ругаются. Вы ругаете? Ага. Ролевые игры какие у вас? Ощущение, что он вас... ругал. Красивые такие. Здрасте. Я сейчас расскажу. Это рэпер. Сейчас. У тебя столько фотографий со звездой даже, я думаю. Очень смешно. Бей по больному-то, бей. Буду делать все, как самое благородное. Хорошо, хорошо. Давай, давай. Где бы такую куртку надо бы? Прям как настоящий. Оп! Мы должны снять хотя бы проход. Вот он просто рядом, смотрите, он просто пройдет мимо меня сейчас, смотрите. Это не он. Снова не он. А вот сейчас, смотрите, вот сейчас я прямо и раз такая, и прямо не могу, и вот так. Нам надо хотя бы снять ее издалека, а она звезда. А попу накачали такую? Накачала. Охренеть, жиром, собственно. Да ладно! Где это сделать? Ну все, блин. День унижения, я так смотрю, у меня сегодня. А вот трубу от Ленинграда несут. Что это? Запчасть какую-то ленинградскую понесли. В туалет? В туалет? Беги, беги! Нет? Я сегодня ведущий. Мы, по крайней мере, стараемся так делать. И вот уже второй год мы вместе выступаем на концерте, да. Все, и достаточно, и хватит об этом. Все, все, мы все поняли. Спасибо, сенсация у нас уже есть. Ох уж мне эти интервью. Даю и даю, беру и беру. Все, не снимай. Все, короче, пойду, все, давай. Все, пока.